Ну что, малышечка, моя девочка, моя хорошая. Вот этого ребенка вчера привез в клинику мужчина. Он забрал ее у алкашей, которые подорвать ее душевно решили ребенка напоить водкой. И влили в нее почти 300 грамм, целый стакан водки. Ребенка еле откачали. Потом прооперировали сегодня. Да, котик? Малышка чувствует себя хорошо. Да? Уже у нас все хорошо. У малышки сломан таз и берцовая кость. Бедра на бедре, чуть выше. Вот, таз с той стороны швы, но мы малышку беспокоить не будем, да? Она и так на каждое прикосновение обычно орет. Не будешь кричать, нет? Мамина, хорошая девочка. Ничего, малышке где-то месяца 4. Хороший ребенок, маленький хороший ребенок. Сейчас мы ее укроем, и она успокоится и будет спать до утра. Да, мой котик, все, мама тебя укрывает, и ты спишь, мой зайчик. Вот. Специально укрываем, потому что она от наркоза, и надо, чтобы она отошла хорошенечко. Все, котик, все, моя золотая, все. Водичку рядом, скажи, напилась уже, пушить она пока еще не пушит. Вот. Но водички пьет много, водичку меняем. Она эту чашку выпивает часа за 2, потом писается, и малышка лежит на пеленках. Пеленки потихонечку из-под нее вытаскиваем, потом пачку опять под нее ложим штук 5. Да, мой золотой, так легче ее не беспокоить, не поднимать. Все, мое солнышко, спи, моя хорошая. Спи, зайчик, все хорошо.